Ну и что, звездочка моя? М? Алиска! Смешнулька просыпается и бежит сразу. Запрыгивает на ручки. Пищит, бери, говорит, меня. Ох, любит на ручках быть. Алиска! Вообще балдеж, скажи, да? Ну? Симбулька пораньше проснулась, чем Алиска. Полазила везде сама, походила. Да, Симбулька, топ-топ. И к мамке пошла приставать. Алиска, ты к мамке не хочешь, что ли? Ну, сейчас наверняка молочком будет вас кормить. Иди к мамке, Алис. А то сейчас Симба все слопает, чувствую. Да, давай, беги быстрее к мамке. Ну, беги, давай. Давай, спускайся, беги. Ну, Алиска, смотри сейчас. Начнет она ее кормить, вылежит и будет кормить без тебя. Иди, Алиска, иди к мамке. Смешнулька, что бы понимала, скажи, да? Что бы понимала? Иди, беги к мамке, к своей. Давай. Ой-ой, прибалдела там Симбуля. Залезала мама, заумывала. А бабушка дрыхнет, как сурок. Смотрите на эту бабушку. Видно вам, не знаю, в темноте она там лежит. Морда довольная. Наелась, налопалась. И отсыпается у нас луняшка. Дрыхнет. Что, Алиска? Ну? Что, ты до мамки не дошла, что ли? Иди к мамке, к своей давай. Ну? Алиска. Алиска как будто бы реально человеческую речь понимает. Так интересно. Так совпадает всегда. Давай, мама, умывай второго ребенка. Ой-ой, скажи, ой-ой, мама. Поаккуратней, потише. Сладкуши мои. Конечно, надо детей перед сном подмыть, скажи, намыть, накормить. Симбуля. Симба. Пирожок пухлый. Всем им эта картонка нравится. Давай, забирайся на нее, забирайся. Такое ощущение, что реально хочет она попытаться, как будто как когти поточить. Как будто понимает, для чего она. Приятно им на ней сидеть, она тепленькая, я так понимаю. Но вот она шершавенькая, и им как будто возюкать тоже приятно лапками по ней. Да, Симба? Смешнулька моя. Ой, у меня такой этот ночник горит. Темно вам, наверное, ничего не видно. Что? Что, Нюшка? Что ты возмущаешься? Что? Нюшенька, ватрушенька моя. Красавица. Интересно, вот Нюшка тоже похудеет, как луняшка после выкармливания котят? Или не так сильно? Может быть, все-таки зависит от того, что у Нюшки два котенка, у луняшки было больше, они с нее больше высосали. Так-то Нюшка сейчас даже потолще, чем она была до беременности. Что там объясняет ей, учит, видите, задними лапами? То ли, чтобы не вырывалась она от нее, то ли чего.
Симба, ты охотницу, похоже, включила, да? Как будто подкрадывается. Напасть хочет, да, на Алиску она? Напасть хочешь ты, Симба? Точно, напасть хочет. Ну, давай, Нюшка, уже корми их. Чуть-чуть поиграют, да спать будем. Ну? А то вас не уложишь сразу, и все. Потом будут ходить полночи. Я сама рано обычно ложусь спать, но если вдруг я легла позже, то все, эти видят, и они от меня не отстанут. Возьми нас на ручки, возьми нас на постельку, поиграй с нами, поболтай с нами. И тогда они тоже долго не ложатся. Нюша! Вот что-то объясняет, она учит их уму-разуму какому-то. Да? Что-то объясняет. Прикусывает и лижет потом, прикусывает и лижет. Это же непослушные девчонки, да? Надо им объяснить.